Привет всем на канале Days in Tart, это обзор магазина на 8 июля. Поехали. Так, опять ищу кнопку вступления. Бля. Ну, короче, в этот раз почему-то не запустилось мое любимое вступление. Ну ладно, будем делать так что. Так. Так, что у нас сегодня за скины? Поехали. Сегодня у нас пляжная идеалистка, скейт-бомбистки. Так. Идеальный узор. Как он на вертолете выглядит? Короче, как обычно по нашей программе, я быстренько пролистаю все, чтобы долго не задерживаться. А потом мы посмотрим более детально и посмотрим красивые арты, которые мне скинула Амина и Гриша. Так. О, бей копытом. Бля, пиздец, как хочу эту штуку. Тупо прийти с кем-то бей копытом делать всю катку. Ну, до сих пор оставили вот эти сеты. Поехали. Личное мнение. Пляжная идеалистка. Вообще скин, он сейчас очень сильно похож на летнюю Мару вообще, в каком-то смысле. Потому что у нее тоже такие шортики, но у нее другая майка. Из-за чего, в принципе, это красиво смотрится. У нее классный пупок. И не буду говорить, у меня тоже клево. Выглядит шикарно. Скейт, вообще, мне очень нравится скейт. Скейт в этой игре, блин, много чего значит. Я сам катаюсь на скейте, мне очень нравится. Конечно, недавно Via The People, вот это вот, ставили. Они говорили, что, типа, темнокожие помогали другим, защищая от... То, что их избивали менты именно скейтами. Я уже не удивлен, почему они скейт добавили. После такого. Пляжный захватчик. Нормально. Так, кибер. Ну, кибер такой уже. Ну, у него классный вот бэкпак, кстати. Вообще очень четкий. Сам скин, я скажу, что он клевый только по одной причине. У него есть арты с котиком. То есть... И все, ну, типа, я видел кучу артов, где он с котиком в обнимку. И прям это мило выглядит. Это очень клево. Ну, его кирки довольно классно выглядят. Типа, можете даже поискать на кибера, классные арты есть. Судьба. Ну, скажу, скин неплохой, но, блин, не знаю. Я не сильно его хочу почему-то. Но... Нормально, в принципе. С ним можно побегать, попрыгать, ну... Идем дальше. Когда много скинов видишь, за 2000 я больше хотел бы Неку, которая вчера была. Судьбу я уж не так сильно хочу. После вчерашнего у меня Сёгуна, все, меня перебило желание смотреть на скины, вот, типа, судьбы и так далее. Так хочется, типа, самурая или ниндзя очень дорогого в этом плане. А, так, серферша. Вообще, она красивая. Тоже, в принципе, неплохой скин. Все продетализировано. И довольно, ну, классные обзоры. Мне нравится ее градиент и как она блестит. Золотая тяпка. Прикольно. Бей копытом. А, вот ее и мне пиздец как хочется. Постоянно смотрю, блин. Следопыт, ну, реколлер, постоянно на нее. У нее классная кофточка, если вы заметите, то у нее прям, вот видите, она жестко продетализирована. Такой же эффект есть и у обычной Мары. Ну, у летней Мары обычной я смотрел. Типа, она круто выглядит. По его кличи всем по банану, в принципе, неплохие эмоции. Так, давайте смотреть арты. Сегодня арты предоставила Амина. Кстати, она хочет судьбу. Знаете, что ей подарить? А, так. Вообще, вот этот арт очень клевый. Мне очень нравится. О, кстати, если делать в браузере, то я могу спокойно вот так приближать и не париться ни капли. О, котик и Кассандра. Вообще классное сочетание. Мило арт. Ребят, если вы хотите арты, которые сейчас на обзоре, пишите мне в ЛС, я скину их. Ну, Ронин. Именно такой арт Ронина мне не очень нравится. Ну, я его оставил. Такой не самый плохой.
Вот в Мегамозг вообще класс, что вообще добавляют. Но тоже не самый топовый арт, но что есть. Этот арт, в принципе, можно считать годным. Ууу, Грёза. Ее шапочка здесь топово выглядит. Ну, это, скорее всего, фотка какая-то, но все равно классно выглядит. Так, это я рассказываю. Есть человек, который делает арты под меня. И типа у меня вот катана есть, да? И Нори — это то, что защищает Каори. Я так объясняю своей анимешке. Ее катана... Каори — это катана, которая очень сильно пронзает сердце. Когда вы посмотрите это аниме, то вы поймете, о чем я говорю. Очень классный арт про карамель. Ну, это не карамель, а другой скин. Я не помню, как называется, но я видел уже этот арт. Он классно выглядит. Я бы хотел тоже леденец такой. Так, и опять леденец. Смотрите, она прям хочет нас отпиздить леденцом. Ешьте леденцы. Тоже неплохой арт. Такой довольно убитый. Даже, ну, мне лицо здесь не нравится. Че там? Глаз классно выглядит. Вот чисто если смотреть на глаза. Но они тоже немножко... Ну, такие упоротые. Неплохо, неплохо. Классный командир. Это очень круто выглядит. О, блин, знаете, я сначала подумал, что это косплей. А потом засмотрелся, а оказывается не косплей. Красиво нарисовали. Прикольно. Вообще шикарно. Ну, рыцари, блин, агрессивный их стиль мне не очень нравится. Смотрите, как круто выглядит здесь... карасик. Знаете, я не люблю карасей, но то, что они делают красивые арты под них, это уважуха. Тупо из-за этого я люблю карасей. Только из-за этого. В игре нет. В игре они страшные. Ну, смотрите, ну, реально, под карасей делают красивые арты. И это очень круто. Так, про сезонный арт. Ну, блин, это стандартный арт. Зачем я его ставил? И все, по сути. Так, ребятки, вот мой ТикТок, я очень часто делаю под любимые мне скины всякие видеоматериалы, и типа один из моих топовых творений, это вот этот вот, видите, сколько его посмотрели, и показываю почему. Не, к сожалению, показать не могу, за такое меня забанят, поэтому, ну, просто там два скина, которые очень сильно я под музыку показываю, меняю их местами, чтобы их прям было... Круто посмотреть. Все находится в описании. Спасибо за внимание. Всего хорошего.